Настоящий дворец для дошкольников Саратова появился в Ленинском районе. Новый детский сад, рассчитанный на 300 малышей, построен общими усилиями региональной и городской власти и частного бизнеса. Здание начали строить в 2013 году с нуля, и вот уже сейчас его двери открылись для воспитанников. Историю появления крупнейшего садика в городе расскажет Станислав Жижин. Директор нового детского сада в Ленинском районе и президент одного из крупнейших топливных гигантов страны перерезают красную ленту. Теперь учреждение открыто для юных посетителей. Детский сад, построенный на средства спонсора, сможет вместить около 300 детей, стоящих на очереди. Это является хорошим примером сегодня для бизнеса, который проживает и работает на территории Саратовской области. Я думаю, что мы обязаны сказать слова благодарности за такой вклад в Саратовскую область. Это спонсорский проект. Почти на 300 миллионов рублей. Владимир Александрович, огромное вам спасибо. Сделали немало и представители власти. Чтобы частный инвестор мог вложить средства, нужно было определиться с местом. Сделать это в условиях плотной застройки микрорайона было сложно. Однако городская власть уже нашла подходящий вариант. Я хотел бы сказать слова благодарности и губернатору Саратовской области, мэру города Саратова. То, что они оперативно решали все вопросы, потому что детский садик стал в срок. Здесь, в этом прекрасном месте, рядом с жилыми домами, чтобы не было проблем детям и их родителям посещать это прекрасное заведение. Это шестой детский садик из нашего проекта «От Астрахани до Запада». Два года назад на этом месте было заброшенное поле. Именно здесь и решили построить с нуля дошкольное учреждение. Городские и региональные власти обратились за помощью к Вячеславу Володину. В Москве он встретился с руководством компании и предложил оказать финансовую поддержку. После получения положительного ответа развернулось строительство. Решение было принято молниеносно. И вот мы сегодня видим, благодаря усилиям нашего земляка, усилиям компании, которые... небезразличная социальная ответственность в нашей стране, усилием губернатора, вот получилась сегодня та красота, которую мы сегодня видим здесь вместе с вами. Здесь есть вообще абсолютно все необходимое для того, чтобы наши дети получили шикарное образование и дальше могли вот расти и продвигать нашу страну на другой уровень. Первая и главная особенность нового детского сада – его масштабы. Он способен вместить более 300 детей. Здесь есть бассейн, хореографические актовые залы и даже собственный планетарий. Есть также два медкабинета, тренажерный зал. Все сделано для развития и комфорта. Даже краску специально подбирали дизайнеры. Яркость – это как раз то, что любят дети. Вот, а дети всегда должны посещать такие учреждения с удовольствием, без слез. А если будет слезинка, то только, наверное, на этапе ухода из детского сада, чтобы побыстрее вернуться в эти замечательные стены. Я думаю, что они будут ходить в этот садик только с большой радостью, потому что у ребят, как здесь, ну, площадки, видите, оснащены, так и в группах. Там очень много игрушек. Открытие этого детского сада ждали многие родители, ведь в Ленинском районе на очереди в дошкольное учреждение стоит несколько сотен малышей, 300 из которых уже совсем скоро покинут списки ожидающих. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.